Одинцовские единороссы проконтролировали ход уборки дворовой территории на бульваре маршала Крылова в Одинцове. Работы проведены вручную и с использованием механизированной техники. Кроме того, депутаты провели выездную проверку качества уборки детской игровой площадки в селе Лайково. Участники встречи проконтролировали проведение работ по очистке резинового покрытия детской игровой площадки, а также игровых элементов от снега и наледи. Обе инспекции прошли в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» и контроля хода благоустройства.